Игры. Разбираешься в киберспорте? Следи за трансляциями, делай виртуальные ставки и выигрывай настоящие деньги. eSportBets.com. Живой азарт и холодный расчет. Так, ну что, еще раз всем привет, еще раз доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами по-прежнему Каспер и Вилат, с нами по-прежнему Best Dota Ever и... Ну, с нами по-прежнему действительно одна из лучших матчей, да, уже в матч истории. Да, матчи. То есть я, мы можем очень долго там вспоминать, спорить, какие матчи были самыми крутыми в истории Доты, но этот матч уже доказывает, что... Вау, вы не зря сюда пришли, вы не зря сейчас тратите свое время на то, да, что вы смотрите причем, эту игру. Опять же, нас еще смотрит куча людей в разных заведениях. Мне вот пишут, что нас там смотрят в кинотеатрах люди по 200 человек. Да, опять я же, знаю, в Питере привет. Кинотеатр, по-моему, собирался или где-то еще. Я вот да, также в пабах разнообразных точно так же уже начинают устраивать трансляции Star Series. Опять же, там, где же International смотрели. Всем вам привет, безусловно, ребят. Очень приятно, что вы следите за тем, что здесь происходит. И я надеюсь, что команды нас не разочаруют. Ну, они уже нас не разочаровывают, это самое главное. У нас начинается игра под номером 4. А в любом случае, мы понимаем, ситуация точно такая, как была в Сиэтле. 2-1, да. Нави в одном шаге от чемпионства. Все очень просто. Надо просто выиграть игру. Будет ли дежавю? Вот это главный вопрос, который пока интересует, наверное, и зрителей, и игроков. Потому что сейчас, вот представляешь, что будет, если Альянсы берут эту карту, как это морально может давить. Потому что действительно ситуация будет повторяться. И это бывает, сказывается на игре. Да, мы вроде бы возвращаемся потихоньку в эфир. Там да, мы уже прямо в эфире. Да. Там... Извините, в интернете все к нас смотрят, у нас буквально на минутку пропала трансляция. Я лично не ожидал, что мы настолько серьезная организация. Я надеюсь, вы не поубегали и вернетесь сейчас обратно к нам, все будет хорошо. Конечно, вернуться. Все будет нормально, не волнуйся. У нас впереди еще две карты. Ты уверен вот так просто, да? Практически, да. Что сейчас просто возьмут Саламид Баланара, как это было в Сиэтле, да? Если сейчас еще они возьмут Баланара, это будет ну, просто что-то с чем-то, я не знаю. То, что надо, да. Я боюсь, что тогда я не удержусь и начну визжать, как девочка. Не, ну ты можешь, мы знаем. Да, особенно со своим голосом новым. Со своим новым голосом. Со своим новым голосом начну визжать, как девочка, то потом я просто кану в лету на века. Вечные. Ну что,
Бетрайдер, Нага, Outworld Devourer. Последний бан Alliance. Будет ли бан Виспа? Ну что? Кого? Да, ребят, опять-таки просьба всем тем, кто смотрит здесь в арене, присядьте, пожалуйста, потому что вы мешаете людям, вы мешаете зрителям. Просто, ну, вы понимаете, что кто-то стоит за вами, у вас высокий рост. Садитесь, все сидят. Вроде и мы не, все не, сядут. Никто еще не погиб от этого, я скажу вот так. То есть, рано или поздно действительно все сядут, поэтому... Давайте мы тоже все присядем, будем сидеть. Под коленки. У нас плитка теплая. У нас здесь на первом этаже, вы думаете, что у нас здесь какие-то магазины? Не, у нас там где-то 85 китайцев, они бегают на велосипедах, и подогрев пола идет. Настолько сурово, что они бегают на велосипедах. Не бегают, а крутят педали, да-да-да. У них даже колес нет, они педалями, знаешь, как вот эта машина шагающая. Да-да-да. Как долго думает S4? Это Enchantress, да ладно. Ну и... Висп от Нави. Знаешь, в Сиэтле Альянс выиграли у Виспа by Na'Vi. Ну, мы в прошлой игре видели, да-да-да. Да, но в прошлой игре не получилось. В прошлой игре был Фузи-Вузи. Круче Фузи-Вузи может быть разве что снайпер. Пока что Фузи-Вузи еще никто не отменял. Не, ну это да. И отменить его сейчас все равно не получится. Так что, Лайфстиллер. Вот это тот герой, которого не хватало в первых матчах. Да. Наконец-то у нас будет Найкс by Лода, и это опасно. Это реально опасно. Это тот герой, которому плевать. Это как медоед, вот так же и Лайфстиллер. Да, да. Один из самых бесстрашных героев. Он просто идет и делает цап-цап-цап. Да-да-да. Почти как Фузи-Вузи, только у него встроенное БКБ, следовательно, ему не надо фармить лишних там 15 минут. 3900 голды каких-то там и так далее. Да-да-да. Сказал 15 минут хвост. Я так, знаешь, посмотрел, говорит, 3900 голды, 15 минут. А с моим ГПМ это где-то 8 минут. А то и 6. Там ЕГМ фармит, да, за 3 минуты, а хвост и того подавно. Ну, в принципе, по накатанной должно быть сейчас. Это тролль Варлорд. Да-да-да, пока что небольшое затишье. Ну и баны. Вот сейчас довольно много. Вообще, я хочу сказать, что, наверное, и на прошлой карте, и на второй, и на третьей карте довольно многое решал именно процесс самого пика. То есть, вот что в первой игре передумали Na'Vi. Ну, во второй нет, во второй был Ursa Warrior. То есть тут... Ну вот сейчас уже есть Лайфстиллер. Уже сложно взять что-то сильнее, чем этот керри-герой. Потому что этот товарищ может уже, начиная там с 13-15 минуты, ходить и бить лица. Да. Причем не будем забывать, что роли для мида еще нет. И никто не отменял штормов, паков и прочую живность. Да, Шторм, Пак, Квапа всегда, как всегда, очень крутые товарищи, которые сидящим внутри Лайфстиллером и теоретически возможным товарищам натуральным профитом, они могут творить чудеса. Да, натуральный профит, мы также про него забыли, это тоже очень хороший персонаж. Вообще, нам сейчас просто команды придут, надают по лицу за то, что мы тут попалили все стратегии. Ой, короче, думаешь, мы с тобой тут умнее, чем они? Ну, не, ну мы-то умнее, это вообще факт. Да. Какие-то там Пупеи и S4, кто они вообще? Просто они умеют нажимать кнопки вовремя, а мы с тобой нет. Вот и вся разница. А так-то мы читаем их. Это же на интернете было, да, где мы угадали первых 8 пиков или что-то. Да, типа что-то того. В этом духе. Вообще все. Причем с банами включительно. Да, да, да. Ну что же, Тимберсоу улетает в бан от Alliance, Bounty Hunter и Медведь опять-таки в бане от Na'Vi. Медведя не будет. Да, но вот сейчас бан от Alliance и сразу же пик от Alliance. То есть у них есть... достаточно неплохое такое пикабанерское преимущество. Ну что? Последний бан. Так. Это Чен от Альянс. В принципе, предсказуемый и очень хороший герой для Альянса. Ну, Лайфстиллер, Red Titan, Чен, Кристалл Мейден, Античен моментально от Пупея. Просто моменталочка. Да, ну Античен-то хорошо, но от Лайфстиллера это никак не помогает. Вот это проблема. ЦМ-ка это первый клиент
на путевку, ну, это в таверну. Да, это да. Но опять-таки, на Авитире можно тратить эту самую колбу и заставлять его тратить рейдж. За да раньше он, времени, да, или что-то того. Да, но он, в принципе, и так его тратит. Хотя, возможно, да, есть в этом доля правды. И Nature's Profit. Ну, слушай, тут, конечно, все очень-очень сильно у альянсов. Прям набор мечты. И только не хватает Рубика для этого, для EGM, и все. Команда молодости нашей. Просто не хватает Рубика для EGM, ласт-пика. Или Визажа. И все. Даже Визаж будет круче. И все. Да, кстати, и суперпик. Визажа еще нигде нет. Вот это тоже примечательно. Кстати, он в прошлой игре у нас ласт-пиком зашел вообще после всех панов. Учитывая, что на International это был самый пикобанящий герой. Во всех играх он да, был. Да, абсолютно во всех играх. Или в пике, или в бане. Да, там следом за ним где-то был Битрайдер, Лайфстиллер там и прочая да, живность. Да. Но Визаж действительно был в каждой игре. Я вижу, над чем думает сейчас Пупей. И это Doom. Да, Doom. Вновь. Но только сейчас это будет не такой Doom. Потому что у нас есть CM и Wisp. Это будет Fanic Doom. Да, скорее всего, это будет Fanic Doom. Веселый Doom. Такой себе, как Инквизитор, да, у нас во время онлайн-сезона из команды Аспера катал на этом Думе во флейне. Он, мне кажется, только на Думе катал. Да. Его постоянно. На других героях просто не умеет играть в Доту. Ну, а там что, пришел, съел крипа и стоишь, перевариваешь его. Все переварил, пошел, съел следующего крипа. Бляха-муха, надо бы в Доту пошпилить. Как только просто-то, а? Да-да-да, пошел, чуть-чуть съел делать крипа. Не надо. Просто стоишь и ешь крипов. Ну, для счастья больше ничего не нужно. Минус Chaos Knight. Ну, вот это понятно, что остался герой для хвоста. И какие могут быть варианты? Фузи-вузи? Опять? Кстати, ну, здесь... Не, ну фузи-вузи... А слушай, тут вообще станов нет, слушай. Типа да. Фузи-вузи. Фузи-вузи. Рикимару, какой-нибудь Леон ласт-пиком и вот да, нет, ну, надо же что-то под Виспа, наверное. Не-не-не, троллит. Я про альянсов имею в виду, да-да-да. Да вряд ли. Да понятно, что вряд ли, дай мне пофантазировать немного. Здесь будет Рубик, наверное, да? Вечно мне тут обламывают с моими Леонами. Ну должен просто забирать, наверное, сейчас S4 либо Рубика, либо... Либо я даже не знаю, что еще. Сейчас посмотрим, кто же это будет. Но мы видим, Лода уже с ЕГМом поднялись вот со стульчиками, занимает свои места. Альянсы уже готовы. Они понимают, что им проигрывать нельзя. Да, и тем не менее, это... Да, мы видим, это Виндранер. Это Виндранер, да. Часто, кстати, юзает Альянс. Ну и Пупей. Просто обманули всех сейчас Нави, включая тебя и меня. Да, обманули действительно всех. Буквально минуты две назад я случайно в зале заметил Габлака, и тут Клинкс. По-моему, это знак. Это знак свыше. Ну вот, потирает у нас свои ручонки коварные, хвост. Хвост будет играть на Думе. Да, хвост Дум. Ну, вообще пик у Альянс лучше. Ну, он, да, он хороший пик. Намного. Безусловно, очень классный пик. Если еще ВР будет неплохо вязать, то проблемы будут серьезные у Нави. Лайфстиллер будет убивать всех. Да, очень важная игра, естественно. Возможно, последняя, которую мы увидим в этом сезоне Star Series. Да, возможно, последняя. А может быть, будет еще одна. В любом случае, да, как всегда, зал заводится. Зал заводится очень тяжело альянсам, и я думаю... Ну, кстати, вот на разных людей это действует по-разному. Ну, Лода пишет, я думаю, люди болеют за вас. Да, вот добавляет Аки немножко. Немножко, ну действительно немножко, что же это такое. Через полтора месяца Нави играет с альянсами в Йончопинге. Там будет абсолютно не так. Там будет абсолютно все по-другому выглядеть. И зрители там болеют, конечно же, не так круто, как у нас, но все равно тоже болеют за своих. Как дома на выезде турниры, да, получается? Кстати, да, вот это будет действительно очень похоже на то, причем действительно дома и на выезде. Ну да. Хотя Йончопинг ни для кого из них домом не является. Ну, конкретно Йончопинг, да. Да, ну для Киев тоже. Ну, хвост, правда, Сашка у нас из Киева. Это же ялтинский этот... Ялтинский бомж. Тот самый, да. Ну что,
Поехали смотреть игру. Альянс играет за Radiant, Na'Vi играет за Dire. Счет серии 1-2 в пользу Na'Vi. И давайте наблюдать. Да, по ролям все понятно предельно. Альянсы, не Альянсы, точнее, не Na'Vi не стали особо экспериментировать. Разве что хвост на думе не привыкли видеть мы его в таком амплуа, но тут все нормально. Так, полегче. Вот прям просто инмейт сразу нам говорит, что надо собирать мида с лоди. Ну, если будет стоять трипла на триплу, то я не скажу, что это лучший вариант. Я вообще не скажу, что мидас в трипле самый лучший вариант. Хвост опять пулит здесь. В любой, причем запулил ЕГМа, даблспаун ЕГМа. Вы не шарите, пишешь, ну хорошо. Так, тут у нас проблему, и GM начинает его пробивать. Купей, должен сейчас качать. Вот она, колба. ЕГМ, проблемы. И стопят. ЕГМ бежать. ЕГМ может убить сейчас, здесь еще тычка. Минус ЕГМ. Чувствую, завтра разговаривать я не буду. Купей, инвиз, first blood. Я это уже где-то видел. Слушай, ты не подскажешь, когда это было последний буквально раз? Буквально часа полтора назад на второй карте. Да. Пупей, инвиз, first blood. Опять-таки не видят. А почка. Варджи стоит, ло-ло. Это все для неудачников. Эх, ну ладно. Так, ладно. Зато бульдог себя чувствует относительно спокойно на своей верхней линии. Ну, это первая минута игры. Понятное дело, что он себя чувствует спокойно, учитывая, что стоять ему здесь приходится против товарища Бонни Клёцкого, костяного воина, который очень-очень прикольно выглядит в китайском клиенте Доты. Я как-то в стриме надо показать, как он выглядит. Он такой ржачный. Там такие реплики залетают. То, что надо. Так, ну что, снизу? Ну, мораль поддерживают. Не, ну это понятно. Снизу, конечно, самое интересное у нас будет происходить. Вот это трипла. Да, трипла у Na'Vi довольно веселая, но, опять-таки, кроме стана Пупея, по сути, каких-то фиксящих спелов нету. И лоду ловить будет нереально. Ну, разве что хвост сейчас кого-то скушает в лесу, например, толкового. Но, с другой стороны, Doom вот еще тот... Вот прям идет тот, кого надо кушать. Да. Doom не тот герой, который... Вот тут иди сюда, говорит. Сейчас надо закусить. О, ну да, тут братью не приехал. А, нет. Ай-яй-яй, развел. Аки просто так своих в обиду не дает. Блин, шаги таки, слушай. Пацаны ведь реально в Доту играть умеют. Оказывается. Прикинь. Всего-навсего International выиграли два Старладера и все остальное, что можно было выиграть. Да. Всего-навсего. Да, ну что, третья минута игры. У нас 1-0 по-прежнему в пользу команды NotSwitzer. Все очень спокойно в самом начале. Они забрали First Blood. В мини, кстати, немножко проблематично было в плане ХП у Дэнди все. Но вот мы видим, отрегенился он. И по крипстату, опять-таки, дела получше идут, чем у S4 у него. Немножко. Да, я тут продолжаю мониторить триплу. Так, лода. Угу. Неплохо ему тут нашлепали. Заставляет бегать. Лоду заставляет не просто стоять и бить крипов, что самое главное для Найк. Хотя крипстат у Найкса очень хорош, как бы. Как ни крути, Дэнди. Да, там ЕГМ во время отсутствия Найкса пытался как-то подконтролить крипов. Очень грамотно вообще все делают альянсы. Пользуются любым моментом для того, чтобы нахалявить себе денег. Так, и S4, да, уже почти 5. Дэнди уже 5. Ну, там понятно, что разница у них должна быть не особо большая. Правда, Дэнди крипов дынает нормально. Знаешь, такая линия. Тут бруском-то этим навар... Ты посмотри, что он делает! И... Ах, нет, ты как успевает отбиться и сбивает. Да. Сбивает сразу же баночку. Все правильно сделал здесь S4. Не, ну он давил до последнего, да, это действительно было правильно, потому что под Astral Spirit там мувспид больше, там все больше, дэмэджа больше, неприятно становится такой Elder Titan, и Дэнди там, если бы не отхилялся, то, скорее всего, бы не ушел. Так, что там у нас у хвоста? Хвост. Какой хитрец. Такой партизан. Знает, Колян знает тропинки волшебных полян. Да. Ну, это понятно, в любом случае, в миде у нас такое противостояние, да, которое... На интернешне мы себе даже представить не могли. Лол, ты посмотри, что на топе произошло. Фаник, 20 хп. Вот тут знаешь, что произошло? К нему пришел Элдер Титан с мида иллюзией.
Нет, ты понимаешь, что 530 хп и Астрал Спирит, это ж просто ого-го. Да, да, причем там Адмирал Бульдог тоже такой, знаешь, ненавязчиво. Плюшечку по фанику, и тут эта иллюзия по нему, топ-топ-топ. Так, Лода. Ну, Лоду, я думаю, вряд ли тут зацепят. Да, сразу же рейдж. Смотри, проблемы Фурионе! Отлично, альянсы! Как же быстро! Ультимейт Фуриона внезапный. Сюрприз. Мазафака. Да-да. Ну и мы видим Бульдог сразу же после этого ульта. Приобретает себе полезные штучки. Да, 1-1. 1-1 сразу показали альянсы, что не собираются. Они здесь на линии стоят терпеть вот эти вот атаки в исполнении непонятно кого и непонятно куда. Так. Интересно, успели ли заметить... Не знаю. 67% винрейт у Фаника на Клинксе. Вносит более 20 тысяч урона за игру. Полезность 7 фрагов. Килдес 5-2. Да. Неплохой герой. Опять такая реплика из зала. Не знаю, слышат это люди или нет, но звучит забавно. Ну, в стриме, думаю, нет. Фаник, думаю, тоже нет. Что самое главное. Не, ну ему-то надо знать, что он красавчик, я уверен. Ну да. Ну что, продолжает здесь альянс спокойно фармить. Нет, все-таки я хочу сказать, что действительно то, что мы сказали во время пика, оно так и есть. Действительно лучше пик по героям у Альянс, и отыгрывать они его должны лучше. Ну да, если Клинкс очень быстро вынесет там себе свой Малевалианс, если опять-таки нафармит быстро хвост, то дела пойдут. Ну, опять-таки, не сомневайся в этом. Сомневайся в этом, точнее. Вот EGM с хвостом встретились, и тут еще покайтит его немножечко EGM. Кстати, я только-только обратил внимание на разницу в опыте у Клинкса и у Фуриона. Так, у нас тут EGM с хвостом хвост топнул. Такой серьезный хвост за EGM. Поджигает. Да, топоры, но EGM бежать. До конца идет хвост, и на развороте еще шейклом останавливает хвост. По тавер. Да, не догонит дальше. И проблема сейчас будет здесь у хвоста, потому что Лода. Лода врезается в хвоста, вот у него ванды. Астрал Спирит. И это минус хвост. Ну вот, да, пытается жить. Он убежать, но я думаю, сейчас еще одна тысяча. И это минус хвост от Лоды. Наглость и отсутствие стана здесь, конечно, не помогли. В среднем теряет около 7 мобов за игру Чен. 3 против Клинкса и 4 против Дума. Вот это интереснейшая стата, а? То есть, по идее, крипов быть не должно вообще. Да, а, кстати, Клинкс хавает, Дум хавает. На тебя выбегают два кентавра, три кентавра, да? И просто пум, нет, два исчезают моментально. Да как же тяжело здесь будет еще и Кристал Мейден. Тут бедный Чен вообще. Что ему делать? Один встанет, второй схавали, третьего схавали. Хочешь один Чен такой. Но, с другой стороны, такое обилие внимания Чену приводит к дефициту внимания тому же Лайстилеру. Да. Мы вернемся к тому, что сказал ты. Опять-таки выигрывает два левела Бульдог у Фаника. Вот наконец-то тот самый Бульдог. Вот Фаник взял 6-й левел. Да, и просветка. Будет связка. Проблемы огромные у Фаника и минус Фаник. Есть третий фраг для Альянс. Вот теперь видно, да, что это опять те же Альянс, которые действуют грамотно, четко, слаженно. Ошибок почти не допускают. То, что мы видели в прошлом матче, это меня на самом деле удивило. Сейчас они более качественно исполняют свои задумки. Подсобрались, скажем так, немножечко. Ну да, но это не отменяет того факта, что Нави тоже ведь могут сейчас собрано навешать. Собрано навешать. Ну, опять-таки, Doom в роли мейн-кэрри. Ну, не самый, скажем так, лучший выбор. Тем более, что видим, что по этому делу триплу Нави проиграли. Причем проиграли настолько, что просто-напросто стоит Лода, сам фармит. У Лода есть фраг, есть ассист, и все. Ему не мешают. Это, конечно, полный фейл. Да, ну вот теперь открой график по опыту, и ты действительно увидишь, к чему привели вот, вот эти все смещения, перемещения. Да, нормально, если по деньгам. Минус тролль, варлорд, мидиас, фор просто убивает дендемонов. Соло практически нет, не в соло. Пришел Аки, там помог. С кентавром. Да, двумя, точнее, кентаврами. Станы в кулдауне, так что есть вероятность того, что действительно... Ну, что Аки, как всегда, двумя кентаврами все сделал. Да, читур. Этот шарит, конечно. Ну и начало, конечно, сейчас вот точно уже за альянсами. Мы помним, что на прошлой карте тоже мы говорили, что начало за альянсами, а потом произошла одна драка, которая перевернула все с ног на голову. Здесь посмотрим, будет ли так же. Али нет. Все может быть. В том-то и заключается прелесть доты, то, что нельзя сказать, кто победит до того момента, пока трон не упадет. Бывают разнообразные неприятные и приятные ситуации, в зависимости от того, за кого вы болеете. Но они действительно случаются. И посмотрим сейчас.
Ну, мы видим, что 48 игр на лавстиле, Kill Death Assist 6.2, средний ГПМ 540, у Лоды, причем четверть фарма получается фрагов, там много. И Дэнди Шейкл связывает его, Шейкл нашивает, кентавр, стан, второй стан, и минус Дэнди. И кентавр добивает нейтральный Дэндика. Нейтрал, да, нейтрал, ну гол! Врывается бульдог, здесь вместе с Лодой, хвост, закрыли его, и это... Минус хвост. Ай, прилетел Куроки сюда. Да, Куроки тоже, скорее всего, Шейкл. И какой Шейкл! Андрей Макчепенко сейчас сидит просто и говорит, а, моя школа. Я знаю, как это. Я знаю, как такие Шейклы давать. Минус три. Ну и мы видим, что Эппи то же самое, что вчера у нас заряжает. Пупей. Пупей спалился, пытается убежать. За ним выехала просто целая делегация, но не поймали. Ну и бульдог отсюда уходит. Да, и опять же хвост в центре, но хвост опять в центре один. Вот, не один, там Паник уходит. Просветка! И просто закрывает Паника на ровном месте. Паник получает кучу дэмэджа, связали его. Паник! Минус Паник, Элдер Титан, очередной фраг, доминейтинг уже. QS4, альянсы дают отпоры. Причем очень серьезно сейчас избивают команду Нави. 8-2. Ну, по-моему, ты начервил. Я начервил. Когда сказал, что скоро будет последняя игра. Я наоборот, я сказал, скажем, свой вангующий прогноз. Ну, действительно, мы все мечтали про пятую решающую карту. Пятую карту, да. Ну, что-то рановато мы начинаем говорить об этом. Все вот начнут... так и вот так. Начали там рассказывать, не выиграют, бла-бла-бла-бла-бла. Демоны. Да, действительно, очень хорошо начали Alliance. И опять-таки, то, что самое главное, то, что Лода нон-стоп фармит, зарабатывает фраги. Один фраг, три ассиста уже у него. Получает экспу, это, конечно, да, огромный интерес для Нави. Да, если открыть Netwars, то действительно становится понятно, что у Нави проблемы. И им надо что-то думать. Действительно, что-то придумать, потому что при равном фарме, я думаю, вряд ли получится у них догнать того же уже неплохо расфармленного лайфстилера или же того же Чена, который уже начинает набирать потихоньку оборотов. Ну, посмотрим. Дэнди мы видим, в принципе, ничего еще себе не купил. Как бы это 12-я минута игры. Обычно у Дэнди на тролле на этот момент уже есть абсолютно все, что ему надо. Ну, а тут не так. Так, посмотри, что здесь, да, в лесу происходит. Это мейн кэрри хвост. Вот он. Хорошо. Ну и нормально. Да, ну там... Ну неправильно сыграли. Фрионер тут и забивает хвоста. Хвост проел тут же дырку. Бежать. И уходит хвост. И слушай, можно же ловить, наверное, нет? Куроки. Есть левел. Да, тут такие подходуны, там Дэнди. Врывается Дэнди, хорошо, на бульдога, Чен выхиливает. Бульдог вызывает пинтон, разворот, начинает раз. Ультимейт от S4. Ультимейт от Пупея, также Пупея уже. Киллинг спри у Пупея. Чена убили. Зоопарк убили. Здесь Куро. Закрыли его. Минус бульдог. Куроки взрывается. 2-1. Пупей. Там, кстати, проблемы сейчас, да, начнутся. Потому что ЮГМ огромные проблемы. Рядом, Пупей. Сзади. Пупей. И цепляет ЮГМ. Минус ЮГМ. Лода на Паника. Паник. Паник проседает хвост. Тем временем умер. Паник умирает от Лоды. И еще и можно цеплять здесь Дэнди. Дэнди на фейсах пытается размассовать от Лоды. Лода за ним до конца. Трое мертвых из Нави, двое мертвых из Альянс. 3-2 все-таки драку выигрывает. И Дэнди здесь улетает. Ничем у них не может сделать. Да-да, станов нету. Возвращаемся к мейн кэрри Doom. Мейн кэрри Doom очень полезны. Ну, скажем так, кэррирующих способностей у этого героя немного. Очень немного. Да, есть способности, которые помогают ему выживать. Например, тот же Scorched Earth или... Тот же Doom, например, на Лайстиллера, он крайне эффективен, да, это очень круто. Но, блин, сам-то он тоже очень мягенький. И Лайстиллер при всех раскладах может его просто распечатать за то время, пока на нем будет банально висеть Doom. Да, если игра будет дальше вот так вот идти, то это понятное дело, что здесь вряд ли что-либо светит, собственно, Doom в драке там с Лайстиллером один на один. Да? Потому что вот, пожалуйста, появляется просто артефакт его... У Лоды будут они появляться дальше и дальше. Там пока еще у Виндранера есть небольшая проблема. Она косая. Косая Виндранера. Да, ЕГМ за последние 2-3 драки попал, ну, одним, максимум двумя пауэршотами. Причем по очень битым героям. Следовательно, добить он их не мог. И времени он не выиграл в драке практически никакого. Да, шеклы были неплохие, но пауэршотами не попадает. Ну что, продолжаем смотреть. 11-5 в пользу Alliance.
по графикам это выглядит вот так приблизительно. Это я имею в виду деньги. А вот это вот experience. Вот. Все хорошо, в принципе, для... Да, для Нави это не критично, абсолютно не критично. То, что есть какая-то доминация по опыту, да, это вытекает в определенные неприятные обстоятельства. То, что больше статов у того же Лайфстилера, у того же Фуриона, там Элдер Титана. Ну, нельзя сказать, что это выигрывает матч. Если сейчас будет хотя бы одна еще нормальная драка от Нави, то я думаю, у нас возможен серьезный камбэк. Ну, опять-таки, тяжело сейчас с хвосту, да, потому что надо ему где-то шекл, неточный, хвост, бежать. Здесь же бульдог! Бульдог птицу убивает и хвоста тоже убивает! Отличная игра от Alliance! Очень оперативно появляются они в самых непредсказуемых местах. Да, что птица была у Нави. Да-да-да, неплохо. Ну и тут хвост должен быть очень недоволен. Поймали в смоке, убили хвоста. 12 на 5. Минус курица, минус хвост. Ищет тавр, сейчас заберут Альянс. А может быть и пойдут дальше. То, что весь нужный зоопарк у них есть. Есть троллики, да, торнадо. Да, особо им нечем. Я не знаю, почему они там вроде как разбегаются. А, понятно, в чем дело. Решил С4 просто пойти подефить, ну, немного. Не хотят отдавать опять-таки Нави ни одного тавра, ни одной линии. Мы видим, что 1-0 по вышкам, только первый тавр упал на 16-й минуте игры. А, и 1-0 все на все еще сейчас по таврам, но 17 фрагов уже было сделано. Ну и у Лоды все отлично. У Аки, в принципе, не сказал бы, что все отлично, но более-менее идут дела. Ну и давайте наблюдать, как будут Нави вылезать из вот этой вот неприятнейшей ситуации, которая на них свалилась в начале игры. Да, может быть, вот... расслабились Нави немножечко, нет? Потому что типа там, ну, мы два раза выиграли. Старт, действительно, старт у Альянсов был просто лучше, наверное, не придумаешь. Много киллов, много денег, опыта. И главное для них сейчас, конечно, это не разбазарить. А Нави, главное, сейчас не отдастся лишний раз, потому что они могут сейчас, да, потеть, идти вровень. И все равно ведь Альянсы будут лидировать. Но если они сейчас проиграют еще хотя бы одну драку, какой-нибудь серьезный замес, они окажутся очень далеко позади. Их действительно откинут сразу очень-очень далеко назад. Ну, опять-таки, надо драка Альянс. Нави, ну, принять или пофармить. Черт пойми, надо ли им здесь фармить. Там Фурион, там Найкс, они в любом случае нафармят быстрее, чем фармить тролли, фармить Дум. Как это может без Мидаса, прекрасно знаем. Ну, там, да, у Дума без ничего. Приятные времена были. Все в курице, скажем так. Уже так курица. Ну, не угадали Нави с линиями, можно сказать, сразу. Не просто забили на тавер. Какая команда, да? Никто не стилит, просто забили, пусть крипы добивают, какая разница. Чтобы никому обидно не было, да? Да, щадящие такие. Ребята и так далее. Да. Так, ну что у нас тут происходит? Хвост, бежать! Хорошо, ЦМ-ка, и Фаник начинает настреливать бульдога! Бульдог минус, очень хороший, быстрый минус, правда, Хвосту тоже может отъехать. Пауэршот опять мимо, вот он. О, Шейкл не связывает хвоста! Мода затезерился, Лода умирает! Вау! Да, хорошо пробивает дальше С4, С4 тут пока что бесполезный. А, попадает в Дэнди пауэршотом ЕГМ, но он оказался неудальный. Опять промахивается ЕГМ пауэршотом, он бы сэкономил вагон времени сейчас в этой драке. Возможно и фраг, не пришлось бы тезериться Лоде и умирать. Именно! Но, опять же, очередной промах, и Альянсы, скажем, не выигрышный размен. Да, для Нави, конечно, в данной ситуации размен 2-2 с убийством двух основных героев. Да, это, конечно, мега круто. Это, ну, огромный буст, это нереальный буст для них. Ну, наконец, я думаю, никто спорить не будет. Адмирс. Просветка, паника, закрыли, начинает расстреливать, и это минус паник. Да, нету ни танга, ни топориков, хотя... Блин, вот при такой-то ситуации можно было купить топорик. Банально купить топорик. Не там гусик всегда был, боже. Ну да, хоть что угодно. Ну и Фаник бы здесь выживал. В итоге мы, видимо, откладывается вот появление Малеврианса. Еще много немножко. Раз закрывали деревьями, вот в чем дело. Это не первая смерть. МС потеряет, пишет. А, ну, проблема в том, что так он жизни теряет. МС это понятно, но все равно, слишком много в него залетает дэмэджа, пока он стоит в деревьях. Ну что же, просто забрали Альянс еще два тавра, очень много денег для них. И вы смотрите, какие штучки появляются-то у них. Ни одной вышки Нави пока
не смогли даже толком продамажить. Поэтому у Альянса в этом плане все очень, очень хорошо. И крипы зашли на хайграунд, туда же зашел Эспор. И туда же зашел Лода. Альянс заходит на ХГ. Да, не стесняются ребята. Украл тролля. Правильно, правильно. Урса! Урса! Урса, живи! Урса! Неужели умрет? Нет, Урса там выживает. Фаник чуть за Урсу не полег. Да-да. Ух, что там Фаник. Ну, альянсы-то какие наглые. 20-я минута на хайграунд уже залезли. А, снесли треть Тавра. Неплохо-неплохо так наглеют. Да, альянсы наглые. Ты посмотри, вон, чем Нави занимаются. Любая другая команда на их месте сейчас бы сидела под фонтаном трона. И сторожила его. Ну и вот, зоопарк отдал свой Аки просто. Ну, опять же, очень неплохой буст, да. Все эти причины без скиллов не такой полезный, не такой эффективный. Наш Решек, кстати, интересную шмотку купил у нас Адмирал Бульдог. Угу. Вот такое вот. Странную. Ну, опять-таки, кого-то поджигают, понятное дело, что можно сейвить. А, можно сейвить, можно не только сейвить, можно рвать весь путь тезер, вот я так выражусь. Это тоже работает. Давайте порвем весь путь тезер и так далее. Да, да. Если 21 минут. Разорвать тезер, то осыпается зал, кстати, у нас. Так, вот тут Пупей. Мы идем с Куроку. Как много дэмиджа на получали от одного Астрал Спирита. Надо уходить на топе. Ничего пока не происходит. Так, Фаник. Зря ты это сделал, братюнь, но минус. Паник, нет, паник, паник. Может уйти, пеньки. Пеньки убили. Нет, пеньки, пеньки добивают. Классно все сделал. Если бы не пеньки, паник бы убежал. Паник не знал, конечно, что там Лода. И Лода почему-то очень долго сидел. Мне кажется... Поймали, Мидя, Эспор, Пупей, Новый год. У Аки проблемы, Эспор умирает, скорее всего, Эспор умирает. Аки, урна на нем. Вряд ли получится Аки. Убить здесь Аки. Одна секунда. А почему? Уроки. Одна секунда, да. Там урна еще и... Ну и Пупей на унию успел дать. Урса здесь и не покрылась. Да ладно, бей. Просто не вяжет. И опять не попадает ЕГМ. ЕГМ опять не попадает, именно. ЕГМ, что такое, братюнь, соберись. Смотри, и два фрага делают Нави. 16-9. График по деньгам. Ох ты! Че там? О, кстати, да, слушай. И по XP вот так же. Ну, по XP, да, он уже держится на одном месте. И... Очень хороший фраг. Ну, был инвиз Лода, не мог об этого знать никак Пупей, и в итоге ничего ему не помогло там. Ну, обычно, когда ты ЦМ-ка, и на тебя кидается лайфстиллер с Фурионом, исход всегда практически один и тот же. И посмотри, какой артефакт. Да, у Лоды, не знаю, обращали мы на это внимание или нет, а артефакт очень интересный. Вот, но Лода любит это дело. Назвать. Очень любит. Он и на гирокоптере. Особенно на гирокоптере, да. Именно. На гирокоптере это вообще вот самый лучший артефакт, я думаю, считает Лода. Ну, понятно, лодокоптером его назвали, этого гирокоптера. Да, там Назериал Блейды всякие, Шияши. Сильный чувачок. Ну, в любом случае, Сажиньяша классная штука. Ну, хвост так не считает, хвост редко, кстати, собирает этому герою Сажиньяши и так далее. Ну, вот так. Да. Ну, 7 из 7. Я, кажется, догадываюсь, кто играл вот на этом лайфстиллере. Все 7 матчей. Все 7 матчей, да. Поэтому есть у меня смелые догадки по поводу достоверности этого винрейта. Вполне возможно, что это действительно был абсолютно все разы как раз-таки сам Джонатан Верх. Ну, черт его знает. Притихла у нас игра. Альянсы дважды попытались гангировать Нави. Дважды закончилось не таким образом, как бы им самим хотелось. Ну, ЧМ-очку быстренько забрели. Да, и ЧМ-очку забрели. Но в любом случае, Альянс по-прежнему очень, очень далеко впереди. И они это хорошо знают. И они понимают, что им надо продолжать давить. Да. Им в первую очередь нельзя сейчас отдавать вышки. Нельзя отдавать вот это тактическое преимущество, доминацию на карте Шекл. Ой, какой Шекл! Просто минус Фаник в секунде. Это и... минус 2, кажется, Дэнди, сейчас будет. Дэнди под вандами. Пытается убежать. Бульдог. Одна тычка. И Сматара Бульдог забивает. ЕГМ. Просто красавчик. Пупей тоже умер. Тут подожгли Лоду. Лоди абсолютно, по-моему, все равно. Минус 3 от Альянса. Отличная игра. ЕГМ исправился за... Да, и он, видимо, решил доказать, что попадать пауэршотами не обязательно. Можно хотя бы вязать нормально. И пока, да, получается. Пожалуйста. Лода конкретно ни разу так не собирался. Мидасы, Башеры и прочие ересь, да? Да. Всем играм Леца Шияша были сделаны без Лоды. Ну, это может быть восьмая.
первая в исполнении краски Лоды. Да, ну что, да, да. Проблемы у Мида. Будет ли глиф? Должен быть, вот он глиф. Да, время тянут, но еще целых 13 секунд не будет тролля, пока еще появится клинкс. Времени, короче, очень много надо сейчас потратить нами. Ну, Цемочка просто дала нову, тут Астрал Спирит, 3 хп сразу теряется. Альянсы продолжают бить бараки. Пупей оттолкнули вперед, Сеточка! Пупей и минус Пупей. Отличная игра от Бульдога, вот он форстав. Вот он форстав. Пупей то ли не прокликал, то ли забыл. И врыв. Врыв мы видим здесь от Виспа. Что ж ты делаешь, Куро? Минус Куро. Там пока вся эта канитель продолжалась, С4 просто увел на себя прицел, принял удар от Фаника и от Дэнди, выжил после этого, в то время как его команда, да, разбиралась с Виспом. Альянс. Минус. Мид. Отличная игра от Альянс. И просто можно отойти спокойно, собраться силами и продолжать. Альянс возвращается в игру, возвращается в серию, возвращается в финал. Да, да, да. Все пока очень-очень хорошо для них складывается. Но, опять же, они еще не выиграли, трон еще не упал. Хотя все, кажется, идет именно к этому. Ну что ж, 22-9 на 26-й минуте. Башек появляется тем временем у товарища Лоды. Неплохо. Ну, в принципе, то, что мы это озвучили, я думаю, это небольшая роль. Что? Это же так важно! Теперь никто не будет подставляться под него. А так все прям и лезут. Прям да, да, да. Пацаны, кайди на стилера, короче, набрасываются на них по очереди. ЕГМыч! ЕГМыч там продолжает нас. Сюда, сюда, кстати, летит движуха. ЕГМ, форстап, бежать, горит, бежит. Бульдог за ним погоня, ну и нарезать. Это минус ЕГМ. Ну, Бульдог там теперь не пытался убить. Ой-ой-ой, не вышло. Улетели отсюда пацаны и просто стянули сюда всю команду и улетели. Зато валяется ГМ, который оставил там ЕГМ, его решили ребята из Альянс поднять. Почему бы и нет? Халява. Ну да, что, просто так отставляешь, что ли? А зато есть инфа, что нет, как бы, думаю. Так, вот, смотри, отличный Астрал Спирит. Четко палит всю обстановку. Оп! Сейчас. Спим, Куроки. Ультимейт. По Куроки очень больно. Там врыва. Дэнди, Дэнди, куда ж ты пошел? Фаник просто в секунде разлетается. Фурион не закрыл никого. Побежал из фор. Еще один Астрал Спирит. Ну и тут Купей пытался что-то сделать. Новый год от Купея. Купей тоже в таверну и хвост. Банды, хвост БКВ бежать, закрывает его. У хвоста есть топорик, но ты смотри, какие от него отлетают куски. Лода, сейчас будет еще два удара. Нет, не до конца. Да, не достает немного Лода, но это неплохой шанс пойти другую линию погрызть, мне кажется. Да, да, низ, вверх, неважно, там Т2 Тауэр на топе стоит, поэтому ничего не могут сделать. В любом случае, нет Дэнди, нет Паника. Ну, просто что битые Альянсы, и поэтому отходят они. Да, 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 не идут они дальше воевать. И по нижней линии там сейчас очень хорошо заходят крипы. Там, я так понимаю, сейчас еще и ГМ пауэршотами будет помогать. Да, 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 помогает крипам подпушить этот лайн. В результате мид запушен ботом точно так же. На топе, правда, еще тир 2 стоит. Вот это неплохо для Нави, скажем, немного обнадеживающе. Хотя в такой ситуации я даже не знаю, что может быть обнадеживающе. Но в любом случае, мы сами понимаем, что здесь надо какой-то нереальный файт. Обнадеживающе сейчас бы выглядел Дына Эгиса от Лоды, вот я думаю. Это бы крайне... Уже один раз у Нави эта халява приплыла. Я ну, думаю, там... Куху до сих пор в страшном сне просыпается. Боже, я заденайл. Да-да, просто кнопку атаки выломал себе после этой игры. Да-да-да. Только райт-кликом же нельзя убить Аегис, правильно? Нет, конечно. Он, значит, он просто действительно... Если ты не Вигас, отныне, естественно. Если ты не Вигас, да. Да-да-да, только Вигас может разбивать все. Не, ну Вигас, ЕГМ может разбивать райт-кликом. Вигас единственный человек, который может управлять товарами. Да, причем передвигать их также. Ну, конечно. И вражескими тоже. Да, соскучились, может, за Ваньком скоро, я думаю, вернется у нас в сцену. Хотелось бы, опять-таки, возможно, увидеть возможно. Ваню. Возможно. А то уже все соскучились за этими байками, про то, что может делать Вигас. Так какие байки? В матче Старладера он вот здесь стоял, виндранер, дал шейкл-шот, типуля делал тип-аут, и его связала на базе. О чем еще может быть речь? Да, а как он его единственного слип Нага Сирены не слипал, когда он за ней гнался? Они просто не работают. Ну да, что? Просто не работает слип. Т3 Тавер. Нави врывается, хвост БКБ. Лода в сайленсе грызет Фаника. Лоду можно разобрать очень быстро, но у Лоды есть Аегис. Да, у Лоды Бульдог. Аегис, это очень Бульдог, хороший момент. Смотри, как нарезают здесь хорошо. Нави подожгли из фор. Они понимают, что из фор это огромная неприятность. Лода, Фаника, баш с первого удара, минус Фаник. Лода, Дэнди, баш с первого удара. Минус Дэнди, Лода. На Пупея, да. Ну тут не баш, просто закрыли. Пупей, да, новый, да, год,
Пупей тоже умирает, и это минус 3, все живы. Альянсы, у Аки просто 13 хп оставалось там, он каким-то образом выжил. И Лода с Эспор продолжает грызть базу команды на Слизерах. Босс первого удара Лода не отпускает. Минус 4 от Альянс. Good game of play, 2-2. Решающая пятая карта. Блин, я уже хриплю очень сильно. 2-2. Просто в зенице математика была, она подсказывает. Блиорадж. Да. Ну что, повторяется история. 1-0 Альянс. Переворот 2-1 Нави, 2-2 Альянс. Смогут ли Альянсы повторить эту историю полностью? И стать... Опять-таки чемпионами, на этот раз не International, это просто Старладера, но... Целого Старладера, что за просто Старладера? Просто Старладера, блин, просто... Уволен. Согласен, такие слова. Что-то я фигню какую-то сказал. А, ребят, 2-2, пятая решающая карта. У нас сегодня был гранд-финал по Пейнтбланку очень быстрый и в односторонний. Гранд-финал по КСу быстрый, односторонний. Ну, Дота, собственно, объясняет, как надо правильно играть, да? Да, Dota у нас действительно нереально зрелищная, и мне кажется, что нас ожидает пятая еще один лучший матч. Нереальная карта. Да, 77 минут, размен тронами, сейчас будет просто. И first pick снайпер. Или пудж. Вот Руш заедет, я думаю, на пятерик. Ладно, ребят, я думаю, сейчас будет пауза немножечко побольше, потому что команды устали, и команды, я думаю, тоже хотят немножечко отдохнуть. В любом случае, будем ли мы смотреть нарезочку моментов, я не знаю. Я думаю, сейчас нам покажут. Ну, покажут. Да, нет, неважно, в принципе. Да, вот они, моментики, вот он, First Blood. Опять это ЦМ-ка в инвизе. Опять этот Пупей где-то нарыл этот инвиз. И спокойно вышел, убил и наказал. Ну, альянсы начали хорошо. Вот эти вот вылазки в леса, когда они раз поймали Дэнди в лесу. Потом, тут нейтралы убили Дэндимона, да, вы помните. Да, прикольный момент получился. Вот опять же этот пауэршот шедевральный. Ну, вообще, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что Дэнди и Хвост, начиная с 8 минуты, оказывались уже в своем лесу. То есть, это бред. Это полный бред, так быть не должно. Ну, соответственно, по-моему, все-таки пик здесь был не самым удачным и действительно проигранным. В исполнении Нави, и идея с мейн кэрри Думом была не самая лучшая. Да, вроде Клинкс как пытался что-то сделать, у него даже что-то получалось. А вот с Думом действительно были небольшие недоработки. Да, ну нифига там у Клинкса не получалось. Да ладно, он убивал людей, это хорошо. Полтора раза, это такое. Че полтора раза? Нормально, месил он там врага. Убивца, потрошитель. Да, ну, вообще, вот при 12-5 здесь, да, вы помните, уже почти 10 тысяч было преимущество, хотя здесь еще была более-менее одна нормальная драка. Вот тут EGM пару раз вступил, вот EGM не попадает. Вот, это тот пауэршот, который стоил жизни Лоди на самом деле. Да, и Лода затезерился, Лоду здесь Дэнди порезал и убили Лоду. То есть, как бы, на тот момент еще казалось, что нами могут что-то попытаться предпринять, но не смогли. Да, мы даже знаем, что все закончилось. Да, закончилось не так. Как бы хотел. Вот этот шиклшот просто невероятный, и минус 2 моментальный в исполнении команды Альянс. Там, правда, еще Бульдог, да, бегал долго за Дэндиком, но все равно добил его. Ну, вот это уже последняя драка, это уже мы помним. Хорошо, опять-таки, начали Нави, убили Лоду, но один минус. У Лоды было бы КБ. Аегис. Аегис, да. Или Аганим, как мы обычно его называем. Аегис, Аганим, да. Ну, БКБ у него тоже было в виде рейджа, да? Да. Все у него было. Ну, понятно, да, что он отдался, принял в себя очень много костов, плюх и так далее. Много времени очень выиграл для своей команды. И вот мы видим, да, что потом происходит. Потом появляется Лода и начинает грызть все, что шевелится. Вот Хвост пошевелился, он пошел Хвоста сгрыз. Хвост пошевелился, его тут же сгрызли. Да, все очень просто. Да, в любом случае 2-2. Все понятно. Решающая пятая карта. Так, ребят, уйдите, пожалуйста, со сцены. Я попрошу кого-то из охраны просто вывести людей со сцены, потому что они, видимо, слабо понимают, что происходит. Уведите кто-то их со сцены, а? Потому что просто накинулись на альянсов. И... Я тоже не знаю, что там происходит. Что, головой ударились, что ли? У них пятая игра гранд-финала через... Так, ребят, спуститесь со сцены, потому что мы вас сейчас выведем из клуба. Уже. Ну, на самом деле, не могут сдержаться. Вот прям надо. По-идиотски это выглядит. Самым умным надо выглядеть, да, действительно, как-то глупо. Стыдно должно быть. Очень стыдно. Shame on you. Да, особенно вот этой девушке, прям стыд. Да, именно так.
Что же про тебя подумал бы отец? Ну ладно, ладно. В любом случае, мы уходим на короткую рекламную паузу и вернемся на пятый решающий гранд-финальный матч Star серии. Не разбегайтесь.